Also ein guter Auftaktgegner. Ja, und wenn Pavetkin mal eine Chance hat, dann versucht er gleich nachzusetzen. Und er war die erste. Ну, пора вмешиваться, рефери. Weer het initiatief van de Russen. De aanval komen van alle kanten. Vlucht hier weg. En dat is het moment waarop, waarop de scheidsrechter de penalty mag stellen. Wordt weer achteruit gedrongen. Oh, vol erop met die rechter. Alexander Ovechkin. De Rus. Niet van Castle. Van Amerikaan. Kan er niet mee door. En ja. Отлично. Первый раз за весь бой Чепмен попал. Рефери может ли стоять Чепмен? Рефери бой останавливает. Удар слева Александра. Стал пропускать. Там уплошня приходились. Чуть-чуть под углом. Вот здесь уже не кухо было, ни одно упражнение, ни одно ничего. Вчистую выигрывал здесь чемпион. Это говорит о многом. Снова попал справа. Макул потрясен, безусловно. Слишком низко приседает и абсолютно открыт. То есть подхватывать атаку Поветкина и контратаковать. Ну вот после такой серии, я не знаю, как будет контратаковать. Плохие специалисты своего дела. Даже, но только целесообразность этого какова. Вот сейчас поймал он атаку. Совершенно верно, конечно, как сейчас. Работает первым номером. Быстрее Поветкин. Хорошая атака. Можно здесь завершить. Можно. Был в исполнении Макона. Вот сейчас очень хорошо попал. Попал правой. И все. Заканчивает тренинг. Александр просто физически мощнее. Вот он еще и превосходит скорость. И Александр лучше стал, конечно, по сравнению с своими прошлыми боями. Он все видит. И действует очень точно и вовремя. Конечно, ни о каких шапках закиданий. Вот сейчас хорошо навстречу пробил Александр. Почувствовал этот удар. Руку высоко. Вот, поэтому и получилась у тебя такая словесная комбинация. Три удара справа он пропустил мощно на самом деле. Судья, рефери, да. Vilken fin höger. Och höger till. Och Patrice står upp, men hur kommer han klara den här stormen? På Vetkin, där kommer en tung vänster och höger. Och då är Patrice illa ut och går ner. Han väljer att sjunka ner. Och det är över. А вот сейчас хорошее попадание. Как раскрывать закрытых боксеров будет? Какие там 37 лет? Все эти разговоры о том, что Берн 37 лет, можно забыть. У боксера... Нет, 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 это... снизу чуть не достал. Нет, тут не достал. У Сайкса опять двойка. И еще один правый кросс. Сайкс сейчас дважды слева пробил. Хорошо по веткам. И забивает у канатов левой боковой. Очень здорово в углу. Я думаю, что этот нокдаун. Там удар вправо был самый сильный. Потом еще продолжил атаку. Или... Да, все. Подвита у Мьяцы, прямая американец. Удару зупинить Леонов на поверхность. Сим перемог. Над ким они были? Что может американец? Ну что? Перший. Чергова атака, ну и тут все, поединок закінчується. Опа! Близько. По-моему, все. Вместо. Два слева и удар справа по веткам. Лора что-то там пытается в ответ. Точно.
Зря он сейчас. Извините за мозоли, я лишний раз напоминаю. Опа, левый боковой. Вперед. Даже по частной смотрите. Вот это опасно. Это очень опасно. Очень опасно. Ты смотришь в глаза соперника и еще там. Но пока мы этого особенно не видим. Боксируют у себя дома и переживают очень сильно. Вот и встречный удар левый. Мы с вами увидели. Плечо Александра, когда он падал. Typisch amerikanische schon eine Held im Schwergewicht gibt es halt Probleme. Noch eine linke zum Kopf. Aufwärtshaken. Linke zum Kopf, der pendelt nur noch weg. Geht der Ringrichter dazwischen und dann fällt er. Und ich glaube, das ist es gewesen. Der rechte, aber auch sehr schön rechter Kopfhaken. Der richtige Weg ist nicht mehr in den alten Bahnen bei Pavetkin, der hier gut trifft. Rackman zum ersten Mal schon mal da, bis zu der Glocke für diese Runde kommt oder ob der Mann aus Panama ihn dann doch vorher aus dem Kampf herausnimmt. Keine verfackeligen Beine steht und jetzt schon die Ringseile braucht. Jetzt muss aber spätestens doch abgebrochen werden. What a man! How are you? What a man! Делает сейчас Вожик. Хорошо. Не нападает сразу. Вот апперкот. Вот хорошо, хорошо. Все, все по жесту рефери вы видите, что бой пропускает очень много лишних ударов Александра. Это, да, вот толкаться, да. Давай, давай! Любое движение. Вот. Вот по кому встает, друзья. Вот почему ты мне такая. Вот, здорово. Молодец, здорово. Кстати, не надо. Здорово. Левый сбоку. Боковой. Вот это да! Это уже называется, что считать можно до весны. Oh, great shot! Terrific right hand! And he's gone! He's gone! Another right hook from Povetkin, and in the first round, I think this should be stopped. He's gonna go again! Присматривается. А Поветкин делает футы. Сбоку попал. Мы поймем с вами, в каком состоянии боксеры. Здорово. Конец раунда. Попадает. Никак не может. Здорово. Попасть. Правый боковой. Еще раз. Уже его габариты играют абсолютно не в его пользу. Здорово! Остается минута заключительного раунда. Снова пинок. С таким настроем, с таким пониманием бокса. Здорово! Поветкин наращивает. У вас теперь...
Сейчас снова привлекал внимание врача. Нет. И что же? Здесь летит.